привет! Сегодня 19 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Начинаем новую неделю с интересных и увлекательных событий. Внимание к сюжетам! Спектакль «Разговор о другом». Мужчина входит в лифт и застревает между этажами. Пытаясь выбраться, герой разделяется на двух персонажей – либерала и патриота, правого и левого, традиционалиста и хипстера. Персонажам нужно договориться во что бы то ни стало, иначе двери не откроются. Группа SDS – это одна из лучших трибьют-групп легендарных AC/DC в Восточной Европе. SDS очень похожи внешне на легенд рока и передают невероятную энергетику, которую нужно скорее прочувствовать и протанцевать, нежели описывать словами. Каждый концерт пронизан ни с чем не сравнимым драйвом. Музыканты как будто стремятся превзойти самих себя, с каждым разом поднимая планку профессионализма все выше и выше. Не пропустите эти великолепные события, но это еще не все. Советую посетить несколько интересных музеев в Казани. Смотрим! Экскурсия по музею-квартире Мусы Джалиля. Музей разместился в двух квартирах дома, где поэт жил с 1940 по 1941 год и разделен на две части. В первой, мемориальной, можно увидеть личные вещи поэта и его семьи. Обстановка восстановлена благодаря воспоминаниям супруги и современников Джалиля. В кабинете стоят купленный лично им письменный стол, размещена его библиотека и фотоальбом. Вторая часть музея – литературная. Здесь, на примере судьбы поэта и его единомышленников, авторы экспозиции показывают, как глубоко он любил свой народ. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!